Кризис в секторе Газа показал несостоятельность глобальной системы. Страны Запада, которые поддерживают Израиль, стали соучастниками геноцида в отношении палестинского населения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре в штаб-квартире партии «Справедливости и развития», которая является правящей. Трансляцию вел телеканал ТРТ Хабер. Западные страны являются соучастниками израильской политики геноцида. Мировая политика переживает один из самых сложных периодов в истории. В международной системе образовался серьезный вакуум, и мы сталкиваемся с потерей морали и совести. Западные страны стали соучастниками проводимой Израилем политики геноцида в Газе, сказал президент. Эрдоган вновь заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть привлечен к ответственности за совершенные в Газе преступления. Место, где должны находиться виновные в совершении геноцида, не трибуны парламента, а залы суда, где они ответят за совершенные преступления, сказал турецкий лидер.